Всем добрый день, меня зовут Ирина, я живу в городе Флоренция, и я только что закончила тренинг «Муза для любимого», поэтому спешу поделиться своим отзывом. На самом деле считаю, что то, чем делится Павел на этом тренинге, нужно давать в школе, потому что эти знания абсолютно необходимы всем – девочкам, девушкам, женщинам, те, кто находится в отношениях, те, кто мечтает вступить в отношения, потому что знания, которые дает Павел, более того, навыки, они совершенно бесценны. Я о курсе узнала уже давно, на самом деле я знаю про него уже лет 5, а то и 6, вот, ну, я как-то об этом курсе мечтала, но все время как-то его откладывала, а на самом деле очень зря. И после того, как я совершила очередной раз большую ошибку в отношениях, я все-таки решила, что со мной что-то не так, видимо, что-то я не так делаю, потому что за последние 5 лет я разрушила 5 отношений лично. Вот. Естественно, не отдавая себе в этом отчета, но пройдя тренинг Павла, я поняла, какие я совершала ошибки. В одном из уроков Павел говорит о том, что существует 10 ужасных ошибок, которые совершает женщина. Из этих 10 ошибок я совершаю все 10. Вот, как это не трудно признать. Вот, но Павел потрясающе с чувством юмора рассказывает о том, что делать нужно, что делать не нужно. Вот, и с помощью трансов, с помощью медитации я прорабатывала и прорабатываю многие моменты в моей жизни, в отношениях. Опять же, Павел во время уроков дает алгоритмы просьб о том, как правильно просить мужчину, в какие моменты правильно просить мужчину, как выстраивать свои просьбы, какие существуют гендерные различия, какие существуют отношения между мужчинами и женщинами. То есть это бесценно, это невероятно полезно в построении отношений, в грамотном построении отношений. То есть я понимаю, что многие вещи, которые я делала неправильно, поэтому в следующие отношения я готова вступить как муза. Вот. И всем очень настоятельно советую записаться на этот курс, потому что курс дает огромное количество практических знаний о том, как грамотно выстраивать отношения. Всем очень-очень сильно рекомендую как можно скорее подписаться на этот курс.